Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь, и мы продолжаем играть в Skyrim Special Edition. В прошлой серии мы побродили по Ривервуду, практически со всеми поговорили, отвали нахрен, а так кто, кстати, такой? Спорим, ты тут новичок, так что на первый раз прощаю. Понятно, так. Короче, поговорили со всеми, обсудили все, что могли. Камила Валерия в итоге с нашей подачи выбрал вот этого чувака, который у нас теперь в напарниках. Который что-то пятится туда. Я его одел в броню. Одного из чуваков, которых мы убили, когда ходили менять камень ворона, камень воина. Так что вот так вот, друзья. Я распродался, но правда места мне все равно мало. Рюкзак мне не хватило сделать. Ну, мы идем с вами, короче. Это, как я понимаю, барды далеко, рифтен далеко, азуры далеко. Это я все уже посмотрел. Редоран, вот не знаю где. Интерхолд, это тоже вроде смотрел все далеко. Да вот мы идем коготь, это что такое? Вайтран, ну сейчас коготь сделаем. Карту я починил. Так. Это золотую коготь, а где? А, вот. Ну, тоже недалеко. Ну вот Вайтран, тогда сначала до Вайтрана дойдем, окей. Ну, в смысле, после когтя до Вайтрана дойдем. Погнали, попробуем. Сложности переключил на мастера. Посмотрим, как будет на мастере, потому что на легенде я не научен играть, к сожалению. Может, позже включим, если совсем легко будет. Хотя, что-то я сомневаюсь. Это не, простите за слово, придрочен я к этой хрени настолько уж. Насчет это, что с чем бегать, я не знаю. Видимо, буду оружие и щит пока бегать. Потому что что-то я посмотрел, но реально, ну хотя черт знает вот. Кинжал, опять урон, плюс там 5 единиц холода, например, у меня самый мощный меч. Десятка все-таки. Плюс меня смущает, что при кинжалах это... Обороняться-то как на таком уровне сложности? Щит хоть как-то можно прикрыть свою жопу, а что-то... Не знаю, может потом кинжалы раскачаю, может не раскачаю. Ладно, пойдемте, что могу сказать. Пойдемте, пойдемте. Буду сохраняться почаще, блин, я сохранялочка. То мало ли чё. Это куст был, мне показалось. Ладно. Пойдемте сюда. Меховую броню я продал, потому что что-то она слабее. Почему-то с холодом тут как-то странно вообще. Как-то меховая броня почему-то не греет. Имперская вот эта вот. Кстати, имперская так подходит вообще мне. Вообще прям нормально. Вот тут хорошо теперь на солнце видно, как наш персонаж выглядит. Рыжая бестиска. Так, ладно. Погнали. Вроде сюда нам. Насколько я понимаю. Посмотрим. Все-таки тут намного удобнее бегать. Я не понял, только почему у меня колчан на спине. Разве он на спине был? Может, я путаю, может не на спине, может на спине, хрен его знает. Так, насчет согреться вообще не знаю, если что, еще кострами не пользовался. Что, нельзя взять? Вроде нельзя. Начинает падать снежок, друзья. Спокойно. Снежок это, конечно, хорошо, но что-то мерзнуть особо неохота. Давайте-ка все-таки шлем тоже добавить в этот. Избранное добавлю. Пока оденем шлем. Ну-ка. Не обидь, что косичек не видно. Хотя это тоже так прикольно, да? Ну, это я забыл, как ее звали, которую мы сняли-то эту броню. Ну-ка. Тут-то есть? Да, есть. Что у нас? Меч. Нет, у нас чисто меч. Так, или щит? А, щит мы взяли новый прочный. Хотел его сделать, а оказывается, это на него надо этот... Корундовый слиток? А у нас нет корундового слитка. Че, давайте питомца на него отправим. Может, получится? Ладно, не будем пока ничего отправлять. Так, он уже идет. Че их так много? Что их так много, вы мне не расскажете? Я тебе голову сниму. Да попасть не могу. Нифига их там. А их не дофига. Что тебе, блин? Четверо, блин.
Я попасть не могу вообще, блин. Ой. Я побежал отсюда, блин, это жесть какая-то. Чего мне так не прет? Члены банды заразных, блин. Понятно, если они на меня вчетвером нападут, то мне ловить нечего. Опс, так, ладно, будем убегать. Если придется, я тебя убью. Если придется, то да, конечно, убьешь. Ой, как хорошо, что они тупые, это иногда так радует. Просто неимоверно, господи. Их тупость меня радует. Бандит, берсерк. Сюда же они не заберутся, они ж тупые, да? Отлично. Мук, интересно, жалко, приближение не работает. О, привет. Я тебя убью. Убей. Ну не двигайтесь, а. Блин, ну я вообще косой, у меня еще и стрелы заканчиваются. Она специально, что ли? Это не она. Не попал. Мне не взять верх. А где Фендл? Он живой? Черт знает. Ладно, давайте попробуем с ней в прямой схватке. Коли я такой неумелый. Я не знал, что у меня стрелы заканчиваются. Молодец. Где вы? Черти, вы где? Блин, да что такое, а? Отвали, чувак. Отвали, чувак. Отвали от меня, отлично, так. Я тебя ща устрою, да-да-да-да-да. Где щит-то? О, а он что-то упал. Ну-ка. Эй, сволочь. Нифига себе, что такое? Че он меня так клупит, как будто я вообще никто, блин. Да. Короче. Немного. Блин. Какая упорная баба. Это вообще просто невероятно. Станет меня, а? Что такая дебильная-то, блин? Где у нас? А, ну понятно. Бам! Давай, давай. Теперь ты поплатишься. Посмотрим. Чем ты блюет, я не пойму. О, сори. Сорян. Монаш с капюшоном, блин. Ладно. Да, ну и жесть. Ну ничего, ничего. Уныло, друзья. Ну чё, привыкну, привыкну. Когда-нибудь. Нет, меховая броня. Блин, места ни хрена нет. Ну-ка, может эта меховая будет меня греть. Ой, а чё с Фендалом-то? Он хоть живой, нет? Да. Чё ж ты делаешь, овца? 6 стрел, блин. Да, это грустно, это грустно. Фендала не убили? Или убили? А то это будет самый печальный конец вообще. Эй, Фендал, ты где? Не, ну серьезно. Вы реально зарубили, что ли? Это то? А, нет, вот он. Ты где был, сука? А, падла? Ну ладно, друзья, сделаем отдельное сохранение. Это была долгая битва. Так, ладно. Надо это. Ну тут смотрю тоже не прям быстро это поднимается. Где эта сволочь? Блин, собрался быть лучником без лука. Это нормально? Уходим, уходим. Слушай, чувак, отстань. Эй, ну где ты? Эй, мимо. Я ловкий. Теперь я... Да ни хрена не поплачусь, иди в жопу. Отстань, отстань. Да, да, люби. Люби размяться, люблю побегать.
Попал. Три стрелы, это хреново. Да твою мать! Не двигайся, с... О, отлично. И однако мы справились благодаря Фендалу. Ура, 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 ура. Господи, сумеречные дебилы, блин. Чё у нас тут? Да, всё хреново, да? Так, ну, друзья, расклад такой, ща я загоняю, распродамся. Но вы этого не увидите, так что можете не переживать по этому поводу. Фига, чё с ним вообще? Чё он чёрный? Прикрою. Ладно. Короче, опять на меня напали, твою ты мать. Врёшь, тебя будет гораздо легче грабить. Чё, серьёзно? Ух ты, сука, а. Смотри, какой упорный. Да господи, беги ты. Чё он не бежит-то? А, понятно, чё он не бежит. Бывает, тупанул. Чё такое? Смотри, они убегают сразу. Вот бы гранату у них кинуть, а. Банды синих ублюдков. Путрая нападает, как падлы. А где Фендал? Опять они на него напали. О, как это будет приятно. Сука, эти отморозки. Я не могу. Тупые рожи, бля. Идите в жопу от меня, бля. Как же жалко, что у меня нет замедления. Куда ты попёр, дебил? Мне казалось, что ты тупая шваль. О-о-о, да-да-да, что поделать. Не мы такие, жизнь такая. Блин, я опять промок, только высох, блин. Мать твою. Давай. О-о-о, плавуны. Ну... О, там Гердурт, смотри. А, друзья, не знаю, что со мной, они абсолютно не хотят меня пропускать. Достали уже. Если честно, блин. Нападали бы по одному, я бы еще понял. Валят толпой, блин, четвером. Кроме как убегать, больше ни хрена не остается. Так, еще одна сдохла. Еще одна сдохла, блин. Где она? Где ты? Вон она. Так, это Фендал. Это Фендал. Что он умеет? Покажи. Сейчас покажем. Бум. Опа! Вот так вот. Скоты. Что поделать? Ну ладно, друзья, идем дальше. Эх, друзья, ну это невозможно. Убили 8 бандитов или 12. Дойти не можем. Ладно. Я хочу это. Я покажу тебе то, что знаю. Одну возьмем, у него урок один, ничего страшного. То, что мне не хватает, но совершенствования. Хочу лук прокачать хотя бы. Мне, блин. Четвертый уровень я ни черта прокачать не могу, блин. Давайте это. Прокачаем что-нибудь из лука по-быстрому. Где он тут был? Восстановление, зачарование. Гости, пролистал я его, что ли? Или я на него... Вот, стрельба. Так. Он у нас уже куплен вообще или нет? Он вообще куплен. Так, что это такое? Удар луком сбивает противника с ног. Лук и арбалет наносит этой цели на 20% больше урона в течение 10 секунд. Окей. Так, подожди. Ну, господи. Так, а второе, что там было вот это вот? Лук и арбалет наносит на 20% больше урона при полном запасе здоровья. Ладно, будем качать это так. Все равно пока больше ничего не доступно. А где приближение, мне интересно? Это что такое? Луки больше цели, бонус увеличится в размере от расстояния. Игнорирует. Так, а где же приближение? Хочу приближение. Стрельба, так, лечит, пробивной не то, так, ищем, друзья, ищем. Скотический урон, блин, господи. Быстрая стрельба. Это невозможно просто. Чё так неудобно? Вы при... А, вот, вы приблизите вид цели.
Так, ну да, ну да, вот мне приближение надо. Вы приблизите вид цели. Это чё, большинство тинток, это чё? Ну, наверное, скорее вот это будет. Вы приблизите цели и будете это, типа, тормозить его. Ну, давайте. Удар сбивает противника с ног. Это раз. Теперь здесь посмотрим, чё лучше. Лук и арбалет наносят на 50% больше урона, критический удар наносит на 2% больше критического удара за каждый уровень навыка стрельбы, а этот на 20% больше урона при полном запасе здоровья. Ну, лучше на 50, конечно, брать, да? Или давайте, нам же ветку надо открыть, так что это... Пока полностью ударимся в луки. Зря... Ну, так, ладно, я побежал, дубль... А, ну да, друзья, я же себе рюкзак сделал, так что одеваем его срочно, а то вес вообще жопа полная. Вот такой у нас рюкзачок. Так, погнали. Так, друзья, надеюсь, в этот раз мы добежим до этой сраной башни, а? Наконец-то уже, блин. Очень бы хотелось вообще. Как бы. Давайте возьмем факелочек. Как-то темно. Хотя факелок тоже не особо светит. Кошелек с монетами. Витрина, что ли, какой-то поднялся, или чего, я не пойму. Ладно. Да, вот видок Скайрима. Нормально вроде, нормально. Так, смотрим, что здесь у нас. Бочка. Муку не будем брать, жопу нам упала. Вот соль возьмем, это хорошо. Так, это пусто. Уйди, 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 ну уйди. Так, это что? Красное яблоко тоже брать не буду. Я думаю, что у меня так веса мало, у меня 13 бревен с собой, которые там пол от места занимало, ужас какой-то. Так, что тут, гранат, золото, еще один факел, я не знаю, что-то насчет факелов это... Они как бы заканчиваются, не заканчиваются, без понятия. Так, все, да? Да. Вроде все, друзья, вроде все. Так, сохранялочка, понятно, так, этот факел можно убрать. Что у нас там? Что у нас тут? Есть что-нибудь? Давайте глянем. Ради интереса. Ля-ля-ля. Это труда? О, отлично, давайте. А, ну да, понятно. Окей. Кирки нет, кирки нет, кирки нет. Хорошо. Дефендал. Что он там делает? Ладно, нам вроде сюда, да? Насколько я понимаю, да? Карта не приближается, что ли? Ну вот он, да. А, вот он. А это что такое? А, ну понятно, там дальше вход. Окей, погнали. Погнали, погнали. Вроде пока не вижу, что мы особо мерзли, но тут должно быть дубак, должен быть вообще нереальный. Мне кажется, что жесть какой нереальный дубак. Так, тут есть кто-нибудь? Нет. Давайте. Так, чё я тут? Чё я тут сделал какую-то хрень? Так, я вижу кого-то. Скрытность повышается, хорошо. Где эти твари? Вон одного вижу. Как он меня заметил? Ну хотя там такая высота. Бандит-стрелок. А у нас два стрелка. Придется туда, как и я тебе. Блин, она в самый последний момент уворачивается. Как же без приближения хреново. Оп, отлично, прихлопнули. Это наш? Наш, так, стрела. Стрелы на вес золота, мне пришлось у Алвара стрел закупиться. Штук 100, потому что, блин, я вообще без стрел остался. Так, там еще кто-то есть, друзья. И есть вероятность, что это не лучники. Так, золото, стрел... Блин, что-то я взял не то. Урдюк возьмем, кинжал. А, не знаю, что-то подороже. Давайте клепанную броню. Имперский лук возьмем. Мы это не будем брать. Так, кто-то меня заметил, мне кажется. А, да, вот я где. Иди сюда.
Че он с ног-то не сбивается? Я же вроде с ног там что-то прокачал сбивать, нет? Все, что ты знаешь. В смысле все? Так. Мне, блин. Где? Господи, моя стрела. Вот моя стрела. Так, ну-ка. Еще стрела, меховая броня. Так, возьму. Ну, надеюсь, этот-то не мерзнет. Да господи, что так тормозит-то так? Так, где? Не вижу никого. Ну, кстати, хорошо мы дальниками работаем. Этот чувак, кто-нибудь его видит? Это он? Да, это он. Член банды собирателей. Иди сюда, сука. Господи, я думал, там кто-то есть. Ты где, тварь? Ты где? О, вот он. А чё он? Ну, блин, Фендала все равно бы. Не, ладно, не буду я тратить эти, блин. Мог подумать, что у тебя хватит низости. Я жить хочу. Пусть уходит, хрен с ним. Пусть себе идет, нам нужно. Это все нам не надо. Ой. Так, давайте посмотрим что-нибудь. Но Фендал не может успокоиться, ему надо его обязательно уделать. Я б забил, но если человек сдается, сразу какого черта на него нападать. Че мы, изверги что ли? Ну хотя Фендал, видимо, совсем отбитый. Он запрограммирован только на убийство. Окей. Тебе не уйти. В смысле? Кому, мне что ли? Я уже ушел. Мне вообще на... Чать. Так, мы хотим кушать. Мы хотим жрать. Так, что наверху? Что-то есть? Что-то есть или нет? Ничего нет? А вроде ничего нет. Но мало ли, тут в Скайриме в каждой щели какая-нибудь херня может быть. Ладно. Фендала почти прибил. Как вы поняли. Так, ладно. Где этот сволочь? Где он? Где он? А то что-то были сопливые жизни и больше его нету. Вот он. Чувак, ты куда пошел? Пощады! Пощады, пощады. О, нифига. Он нас к сундучку, оказывается, вел, прикиньте. Давай, давай. О, боже. Влево надо, чё? Да, мать твою, не угадал. Не угадал. Сюда? Да, мать твою! Что с этим замками? Блин, друзья, это жесть. Я вообще не могу открыть. Почти, главное, открыл. Теперь не могу, блин. Сейчас все отмычки потрачу на эту хрень. Сука. Жесть какая-то. Я вообще открою его или все? Кто-нибудь мне скажет? Блин, это издевательство что ли, а? Капец. Такое ощущение, что специально надо сломать 20 отмычек, чтобы, сука, открыть это говно. Что за подстава там? Блин, идиотизм. Амулет Джулианаса. Лечить магию. Так щит, что, он весит дофига, не будем брать. Жесть. Гос, что я взял? Так, что, меховая броня? Ладно, вроде мало весит. Да, ну и жопа, друзья, жопа. Капец. Так, ладно, вроде до ветреного пика бежали. Сейчас похаваем. Так, секунду. Я тебя прикрою. Молодец, чувак, блин. Так. Ой, извиняюсь. Так, яблочко.
Это картошка, яблочко, кусок сыра, еще кусок сыра. Я чувствую себя отлично. Пить хочем? Хочем ли мы пить? Я чувствую себя хорошо и не хочу пить. Отлично, молодец. Хорошо, хорошо, так. Че у нас тут? Золокрысый хвост. Золокрысый хвост. Какое-то тело. Броня варвара. Мало весит. Чё за книга бандита? У меня, по-моему, уже не одна книга-то. Ну, давайте посмотрим хоть раз. Так, во-первых, том заклинание искры. А где книга бандита? Да, нафиг она нужна. Чё такое? Ну, вы поняли, друзья, да? Она нам вообще не нужна. Короче, она нам не нужна. Я на английском не вразумляю, так что до свидания, как говорится. Так. Не понимаю я по инглишу. Не, я понимаю, конечно, отдельные фразы, но не целую книжку уж. I'm so sorry. Так, вот. Да твою мать, где? С луком и яйцами. Так, я забыл этот одеть. Хотел же одеть этот амулет, вот амулетку Джулианаса, вообще не видел ни разу никаких амулетов Джулианаса. Попали, толку мало. Блин. Да чё вы издеваете, блин, эта хрень надо мной издевается, ребят. Они чё в самый последний момент от меня уворачиваются? Мне офигею, ни разу не попал, но это жесть. Да, блин, ты посмотри, чё, сука, а? Он чё, высчитывает какую-то эту, что ли? Траекторию, когда я буду это, я не знаю, чё за прикол? Чувак, иди в жопу. Где Фендал-то? Я тебя прикрою, блин. Так прикрывай, сука. Прикрывун. Я тебя прикрою. Да ты чё? Ну давай, давай. Посмотрим. Готов, сука. Так, а где Фендал-то? Тут хорошо. Где это? Где там Имра? Я не вижу. Она все? Ты все? Вроде она все. Фу, какое пламя. Где факел? Факел. Так, это мы выкинули. Вот эта сволочь. Так, золото, клепанная броня, дорого стоит. А где шапка какая-то была? Вот меховуху мы возьмем, вдруг замерзнем. Вдруг замерзнем, возьмем меховуху. Так, а где этот дрень? Которая тут меня бодала, блин. Ай, короче, я его, ребята, я его потерял. Походу, я здесь где-то с ним бился. Ты где, чувак? Господи, а ну что ты будешь делать? Сегодня вообще не мой день, что-то вообще не прет. Просто какая-то непруха, ладно. За одного тела сильно переживать не будем. Это он? Казалось. Ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Тут тело так до хрена. Или это вот это было? Так, меховая броня у меня есть. Стрелы возьмем. Лук я тоже возьму, пожалуй. Пока что. Лук пока что возьмем. Так, что-то тут еще есть. А вот чувак еще какой-то. Шлем варвара в жопу. Этот тоже. Хотя я вот этот Фендал сейчас отдам. Ну-ка, шлем варвара. А, это. Как у викингов, типа. Ну-ка, чувак. Я все еще здесь. Я и в курсе. Ладно, что мне понести? Я ему так на ближний бой, короче, дал вот этот. Я вот этот у него заберу. А вот этот ему отдам. Пусть, чтобы он еще показывай дорогу. Махался в ближнем бою у нас, товарищ. Че, мы мерзнем? Нет. Кстати, анимация работает какая-нибудь?
по теплоте. Он начинает согреваться. Так, ребят, давайте, ладно. О, боже. Блин. Слава богу, но адепт этот меня так выбесил, это жесть. Бонитовый топор, ни хрена себе, блин. Сегодня день Фендала. Я прямо за тобой. Эх, Фендал, ладно, Фендал. Что мне понести? Давай еще неси. Да ладно, вот мы все отдадим пока. Броню варвара. Меховую одну. Так, подожди, какая лучше? Так, это вот это моя была. Так. А где топор-то? Вот он. Эбонитовый топор. А, вот я что взял. Ну да, блин, нифига. Ну ладно, скинем пока Фендалу все. Не знаю. Иди. Ну что, согрелась, нет? Ты согрелась? Ау, ты согрелась, нет? Что-то анимации нет, жалко. Так, ладно. Это мы обыскали, пойдемте дальше. Щит мы брать не будем, потому что... Ибо нахрена? Зачем нам щит? У нас есть уже щит. Фендалу я не буду давать щит. Пусть там... Можно, кстати, было ему щит, конечно, дать под топор. Что-то я сильно забочусь о Фендале. Дед? Я прямо за тобой. Да, я в курсе. Вообще-то ты прям передо мной, чувак. Ты передо мной. А, это он, думаю. Где щит, понять не могу. Так, это мой щит. Вот тебе щит, все. Вообще, теперь тогда пойдем. Ты все. Блин, я чуть опять не тупанул. Не сказал, сейчас сохранимся. Хорошо, что кровать здесь. Ну, вы поняли, отсылка к Fallout'у. Где, блин, сохранение только на дельных кроватях. Блин, ну ладно. Погнали дальше. Будем красться, красться. Так чё, пауки, что ли? По-моему, да. Ну раз только паутины, блин. Это во всех играх одно и то же дерьмо. Ясен пень. Паучьё здесь. Так. Окей. Да, ну конечно, на порядок легче играть. На мастере пока что, по крайней мере. Ну, блин, на легенде это, наверное, реально надо играть было с какого-то... 2011 года вышел Skyrim. Это получается в каком? 2015 или 16 только начал. И то так и не закончил. Так. Окей. Чё тут нам еще подскажут, расскажут? Так, льняную ткань я не буду брать, хотя на моей памяти из него можно было делать факелы, но факел пока у нас есть. А весит она до хрена, по-моему, 3 веса в жопу. Нет, такой радости, друзья, нам с вами не надо. Пока что не надо. Так, пока тишина, так не странно. Пока я вроде ничего не вижу. Кто это? Кто это? Не понял. Чё, питомца туда запустим? Чё такое? Чё это было, блин, я не понял. Чё он упал? Чувак, ты чё упал? Орочий меч, еще один факел, ладно, возьмем. Так, понятно, он что, дернул за рычаг. Ну, понятно, загадка, короче. Загадка из всех загадок. Так, орел, дельфин или что это такое? Так, вроде на рыбку похоже, и орел, орел. Орел, дельфин и орел. Где что вот? Так, вот вижу змею. Вижу змею. Вижу рыбу. Рыба-змея. Так, окей. А где еще что? Господи, мне что, не по шарам, что ли? Вот змею вижу. Господи, где еще-то один? Змея. Здесь, может, где-то. Вообще не по шарам. Я все еще здесь. Да, да, да. Змея... А, о, господи, змея!
Змея, змея, рыба, типа, что ли, или чё? Правильно я понимаю? Раз, два, три. Нахрен этот дебил это сделал, мне кто-нибудь скажет? Я теперь понял, его стрелы били. Вроде как я понимаю, если отсюда смотреть. Чё делает Фентал, мне кто-нибудь скажет? Он идиот? Он это мазохист или чё? Змея, змея, рыба, короче. Ну ладно, давайте попробуем. Змея. Змея. Так. Эй, где он? Так, открылось. Господи, чувак, ты куда делся? Так, друзья, секунду. Сохраню кусок серии на всех. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Так. Так, ладно, вроде. Пока тишина. Ну, чё-то мы тип нашли. Так. Книга вор. Отлично, карманные кражи повышаются на 16. Хотя что-то воровать, я что в Fallout не воровал, что здесь вроде не собираюсь. Сундук. Так, стальная булава, не буду брать. Что-то до хрена, так камень душ. Так, друзья, секунд. Че это за говно, блин? Ты че? Да черт возьми, а, ну чё у меня не берется меч, ну я ж нажал. А, это факел просто стоит, все понял. Все бе. Да сука. Если-то меня хоть не загрызут, надеюсь. Все? Блин. Злокрысы. Еще одна, ты смотри, что. Все? Сдохла, нет? Жесть, как живая зависла, смотрите. Охренеть, жесть. Прям чучело, мать твою. Ууу, да. Ну гадость. Да блин, мне показалось, что я там не все посмотрел. Сейчас, друзья, еще раз гляну. Че, ничего не просрал, блин. То мало ли. Точно ничего. Вроде ничего, ладно, окей. Крысятины. Тут тоже все вроде посмотрели, идем дальше. Идем гуляем мы с вами где-то тут, так. Все, крыс нет больше или еще? Или есть? Есть вы или не есть? Че, вода? Нет, не вода? Нет, вроде не вода. Так, окей. Ну, паутины до хрена, конечно. Это что, свиток огненный шар? Яд паралич. Понятно. Свиток раз нам дали, значит надо будет в кого-то стрелять. Че показал? А, скамейка присесть. Скамейка присесть? Окей. Кто идет? Это ты, Харкнер? Йорн? Солинг? Хермастер я, блин. О. Это сука с когтем убежала. Сейчас мы ему факел в задницу засунем. Так, а чё? Скелетончик. Скелетончик. Ничего больше нет? Ну-ка, давайте. Помашем мечом. Ничего нет? Нет, вроде ничего нет. Ну ладно. Паутинка. Ну-ка, уйди. Паутинка нафиг. О, мать твою, вот это дерьмо. Так, давайте попробуем свитком жахнуть, хотя я сомневаюсь, что что-то получится. А где они вообще? А, вот они. А тут надо в две руки или в одну, интересно? Ну-ка. Ладно. Не подпускай эту тварь! Как тут? Убери это чудище от меня! Убери! Да, урон, друзья, скажу, жесть. Попробуем так. Убери. Так. Чудище от меня. Убери. Убей эту тварь. Убей. А, это он с волком своим сражается. Так, ну-ка, думаю, что еще нам хватит. Питомец хорошая штука. Интересно, где они это? Магии не хватает. Так, ладно. Помоги. Помоги. Не подпускай его.
Мне... Помоги! Все, что ты знаешь! Нифига там! О! Не подпускай его ко мне! Да заткнись ты уже, достал, балабол! Не подпускай его ко мне! Не подпускай его ко мне, блин! Ты заткнешься, ты уже нет, Дрестун! Блин, раздражаешь, чувак. Да уйди. Чё ты тут, сволочь, выползла? Так я-то обморожу. Не бросай меня здесь, Аркеем прошу. Аркеем прошу. Помоги мне выбраться. На, ща, чувак. Погоди, братан, прогоди. Сюда. Чё он не указывает, сука, а? Морда, блин. Всё? Ещё что-то есть. Если что-то, блин, еще, друзья. Вытащи меня отсюда, вытащи меня оттуда. Так, ладно, давайте качнем теперь запас сил немного. Ой, так. Луки наносят на 50 больше процентов урона. Так, что еще прокачать, что ли? Не знаю, пока качается. Так, друзья, сейчас я быстро посмотрю все-таки, где замедление. Да, короче, все запутано, как всегда, какой-то умник придумывал, все понятно, ладно, скрытность, что ли, прокачать, может, как думать, что у нас есть вообще, взлом мне не нужен, карманный краж, не нужны красноречие, вот мне надо бы было бы, да. Красноречие, цены выгоднее, вы можете подкупать стражников, ваши крики восстановят запас силы здоровья, также добавят к опыту, так, ну, это не важно все. Так, ладно, алхимия понятна, колдовство, разрушение, восстановление. Да, и тут тоже дофига, это кузнечное дело, тоже посмотрим. Пока оно меня не так интересует, одноручное тоже, все-таки я на стрельбе сконцентрируюсь. Думаю, скрытность покачать. Скрытность 15, более эффективнее, на 15-30% будет обратить внимание, что незаметность зависит от скорости передвижения, уровня освещенности, шума, экипировки, уровня навыки, расстояния, понятно. Так, разрушительная миссия, все заклинания. Так, это мне не надо, а где у меня для луков? Одноручным оружием на 100% больше урона. Кинжалом наносит дополнительного размера 1% за каждый уровень скрытности. Удар в спину наносит кинжалом. Так, это кинжалы, понятно. О боже, как неудобно. Так, это что такое? Ваши шаги и доспехи производят меньше шума. Так, а где луки наносят больше урона? Скрытность против... Так, тихий кувырок. Бесшумный кувырок, это что? А, господи, пока что? Нафиг я на это подписался? Тут... Змеиный глаз. Раз в день чертания всех гуманоидов в радиусе 150 футов подсвечивается зеленым сиянием. Блин. Нажимные пластины не срабатывают. Так, друзья, сейчас тоже простудирую, это надолго. Ладно, долго изучал, пофиг, давайте основу скрытности возьмем, попробуем. Нет тут такого, как раньше было, и то я слабо помню, как раньше было, но что-то там просто за скрытность бонусы давали. Тут какой-то геморрой, блин, на геморрой, ладно, хрен с ним. Так, этот ублюдок уже достал хрякать. Вытащи меня отсюда. Ну, чучело. Отлично, чудище мертво. А теперь вытащи меня отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. Где коготь, скотина? Да, коготь. Я знаю, как он действует. Коготь отметен и дверь в зале легенд. Я знаю, как это все связано друг с другом. Помоги мне, и я все расскажу. Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норды. Я не коготь, скотина. По-твоему, я могу двигаться? Сперва освободи меня. Я могу его обокрасть? О. Вытащи меня отсюда. Помоги мне. Че я его не могу обокрасть? Освободи меня. Освободи меня! Так, ладно. Как что-то освободил? Что-то подается, я чувствую. Дурак. Когда собрался, сука? Зачем мне? Ладно. Это сокровище. Ну-ка, догнать собачка. Сволочь, а. Это мразь. А чё ты стоишь, питомец? Блин, где это чмо? Блин, ну и быстрый чувак, а. Ну и быстрый чувак. Ладно, чё, не будем сильно
расстраивается по этому поводу. Раз уж, как говорится, нам сказали найти коготь, значит, мы найдем коготь. Ни задание не выполнить мы вряд ли сможем. Ну, в смысле того, что если он убежал, то все, блин, капец нам будет. Не, такое вряд ли будет. Иначе в жопу такую радость. Так. А че он шлем не одевает, я не пойму. То есть он только когда бьет, шлем одевает, что ли? Ладно, пойдемте дальше, че. Камень душ. Где эта тварь, а? Так, ладно. А лук я не смогу взять. Понятно, ну ладно. Ты ГД! Так, там только какие-то звуки, понятно. Это эти. Не нравится мне все это. Мертвяки. Ой, не нравится. Мертвяки или как их там, блин? О! Чё-то он не убежал, чуваки, никуда, как вы поняли. Ну-ка. Драугар. Двойной урон. Так, один готов. Оу. А? Так как он от меня... Давай, давай. Так, а где мои чуваки? Давайте так. Мы все-таки дальники. Я что, по питомцу попал, что ли? Да, твою мать, а. Чё ты там хромаешь, скотина? Кстати, у нас еще какой-то фонарь есть. Я даже не знаю, откуда он взялся, если честно. Давайте попробуем, может, он лучше светит? Может, он лучше светит? Правда, он почему-то в руке. Что не может... Ну, что как бы не очень радует. Я-то думаю, ну-ка. По-моему, разницы вообще никакой нет, да? Не, ну давайте, давайте, чё, добавим. Тоже добавим. Попробуем с фонарем походить. Блин, его вообще не видно. Поднимать как-то надо? Не, мне фонарь не нравится, друзья, его ни хрена не видно. Я думал, его можно было бы куда-нибудь на пояс пускать. Так, этого мы обыскивали, да? Так, смотрим. Смотрим внимательней, смотрим внимательней. Так, давайте хоть меч в руку возьмем. На всякий случай. Так, мало ли чё. Вон стрелы торчат, чё я их взять не могу? Это чё, живой? Живой? Нет, он не живой. Вроде как не живой. Это хорошо. Скелетов почему-то этих не могу обыскивать. Так, многое весит. Ну чё, скрытые резервы, Арвел. Сука, быстрый. Чё-то ты уже какой-то не быстрый. Ой. Господи. Так, золотой коготь. Взяли. Одежда с поясом. Сыромятка полный комплект заберем, потому что ни хрена не весит. Дневник Арвела. Так, еще с книгами надо решать, а то их копится как говно. Так где? Дневник Арвела. Мои пальцы дрожат. Золотой коготь наконец-то у меня в руках. А с ним и сила древних нордских героев. Этот болван Лукан Валерий даже не представлял, что любимое украшение лавки на самом деле ключ к ветреному пику. Теперь мне осталось лишь добраться до зала истории и отпереть дверь. В легенде говорится о неком испытании, устроенном нордами для... Остраски недостойных. Но еще сказано, что если у тебя есть золотой коготь, решение у тебя на ладони. Все? Понятно. Это понятно. Решение на ладони. На ладони, так на ладони. То есть на лапе, а не на ладони. На когте на самом, да? Это как будто живой, нет? Нет, не живой. Не живой, это какой-то парень. Так, этого обыскивали. Скелетов почему тут нельзя обыскивать. Так, ладно, идем дальше, идем дальше. Твою мать! Я же видел, что это хрень. Нифига меня чуть не грохнуло, блин. О боже, ну я и тупой. Вон же кнопка внизу. Хотя так по ней не поймешь, что это кнопка камень да камень, блин. Твою дивизию, а. Господи, нифига, ой. Нифига себе удар, блин. Где меч-то? Так, ладно. Надеюсь, этот придурок не наступит, блин. Фу, слава богу. Извини за придурка, Фендл. Но в Фоллауте просто такие придурки, что, знаешь, врагу не пожелаешь, блин.
Это какой-то живой. Такое ощущение. Ничего, не мало того, что живой, еще крепкий, как тварь. Так. Ну, разбирайся с ним. Давайте втроем мочим парня. Отлично. Отлично, размотали чувака на 4 кулака, да, так. Точнее, в 4 кулака, блин, так. Есть ли тут еще что-нибудь? Так, сохранялочка. Чувак, да ты нихрененно офигенный. Блин, надо посмотреть это. Вообще, что за... За питомцев, какая ветка? Хотя тут с ветками так тяжело. О, господи, мать твою, уходим. Собачка, помоги. Тут просто это. Хотел я, если честно, друзья, вернуться к той версии. Но, к сожалению, друзья... Все навыки куда-то пропадают, и поэтому я не могу предыдущие 5 навыков прокачать, понимаете? А не прокачивать навыки как-то странно. И все, лучше можешь. Поэтому мы же не могли отказаться от 4 навыков. Ну, короче, лоханулся я с этими перками, блин. А зелье сброса перков, лук, по-моему, получше, чем у нас. А зелье сброса перков, к сожалению, нету. Можно было бы его использовать. Так, это что, 11 урона, наш что? 10. Ну, давайте лучше древний нордский возьмем пока что. Ой. Да господи! Кстати, да. Так, нордская стрела у нас, кстати, есть здесь. Ну ладно, давайте пока железными, пока, в принципе, прет. Так, друзья, секундочку. Так, идем дальше. Идемте дальше. Нифига я тут его поутыкал. Но стрелы, типа, брать нельзя, жалко. Фендал, смотрю, это. Ну вы поняли, что-то меч напялил. Что-то Фендал меч напялил, так. Стеклянный меч, нифига. Нифига себе, сказал я себе. Блин, это не живой? Ты живой, не живой? То сейчас станут, сука, сзади нападут. Нет, а тот. Этот тоже какой-то. Или они сверху не встают? Нет, вроде не живые. Этот? Так, этого мы обыскивали. Ну, блин, на всякий случай. Мало ли чё. Так, понятно. Фендал. Жди. Хорошо, здесь. Буду здесь. Да, будь здесь, иначе ждет нас беда. Так, ладно, это было просто. Это была хрень. Мы выступаем? Идем. А ты хотел затусить здесь, смотрю, да? Или чё? Мы выступаем, такой удивленный, жесть. Так как Валентайн, блин, в Fallout. Убили 5 противников, а он такой, здесь, по-моему, кто-то есть. Чё, серьезно, да? А мы с кем до этого с тобой бились, чувак? Так, ковыряли в носу, что ли, как алсу? Так, чё у нас тут? Чё у нас тут? Так, я вижу... Блин, где мой? Блин, мне понравился питомец. Мне понравился питомец. Так. Проверим. О, да. Нордский, наверное, будет получше, хоть и весит побольше. Неудобно, жалко на быстрые клавиши. Ну, может, как-то и можно ставить, но я что-то не в курсе. Защита от холода. О, слушай, тут что-то поджечь можно, походу. Чё? Ну-ка, Фендал. Я тебя прикрою. Жди. Хорошо, здесь. Хорошо, буду здесь. Случай. На всякий случай жди здесь. Так, одного я вижу. Все? Ну-ка, давайте попробуем их выманить. Ну-ка. Так, я сам загорелся.
Ты давай там разбирайся с ними, разбирайся. Давай-ка, может нам сейчас хоть скажут, что это за это? Че я хоть колдую или я уже пропустил? Блин, не попал, я как всегда не вовремя. Как всегда. Железный слиток, это хорошо. Так, еще два золота, тоже хорошо. Так, друзья, подвигаемся потихонечку. Че там по времени-то, кстати? Ну, сейчас на развязке, наверное, остановимся, то я не помню, сколько тут этот... Ветреный пик-то вообще по количеству продолжается. Очень мне интересно, если честно. Сколько он тут идет? Сейчас узнаем. Ой, так, сейчас узнаем, узнаем, узнаем. Пока тишина вроде. Ну, довольно-таки ровное подземелье, я бы сказал. Так, что тут у нас? Как-то опасно. Большое пространство. Вижу чувака. Да сволочь, не двигайся, он меня не видит, что ли? Скрытность вроде работает, стрельба повышается. Отлично. Все? Все? А где Фендл? Блин, я его забыл, что ли? Твою мать. А, господи Иисусе, забыл про этого придурка. Блин, так бы и ушел, хорошо хоть сейчас вспомнил. Где он вообще? Мы выступаем? Идем? Да хоть там признаки какие-нибудь жизни подал, типа, ау, Алиса, ты куда, блин? Чувиха, мне что тут сколько ждать, я завис. Не, стоит, пырится, что, мы уже выдвигаем. Такое ощущение, бы там затусил еще денька на два там. Стол бы расставил, яблок поточил, я не... Пострелял бы в стену, вообще отличное занятие, по-моему. Так. Мы, кстати, можем здесь воды, интересно, набрать или нет? Можем ли мы тут воды набрать? Ну-ка. Недостаточно близко к воде, куда ближе-то, блин? Ну, понятно, короче, это... Это не канает за воду, это так, дресня какая-то, нафиг не нужна. Понятно, прикольно, конечно, прикольно. Да идти-то что-то не пойму. А, вот, нашел. Нашел! Ну тут неудобное место, чтобы останавливаться. Так, ладно, идем дальше. Так, сохранялочка. Что-то сопли какие-то растут из стены. Какие-то грибы, что-то даже глубинные, что ли, как в этом. Глубинные? Или не глубинные. А тут что, наверху что-то есть? Ну прыгай, господи Иисусе. Ну что-то есть или нет ничего? А нафиг тут пригорок? Нахрена тут пригорок, блин? Там что-то было, нет? Ничего не лежит. Череп тролля. Нафиг он нужен? Нахрен он мне сдался, этот череп тролля, блин? Не нужен мне, не собираюсь никого троллить, как говорится. Так, что это все-таки? А, светящийся гриб, понятно. Не глубинный, а светящийся, хотя хрень та же самая, по-моему. По виду очень похоже. Так, ладно, понятно. Так, погодите, сундучело. Гранат. Свиток огненный шар. Опять нам с кем-то воевать придется. Ну-ка, тут что? Какой-то чувак нас запалил, я так понимаю, да? Окей. Понятно. Так, колдовство называется этот навык. Посмотрим, что мы сможем с ним сделать. Вон он же, ну, собачка, ко мне. Так, скрытность повышается, отлично. Надо больше... Ой-ой-ой, женщина. Женщина! Вы не по адресу абсолютно. Бэм! Вот так мы и засадили стрелой. Стрелой мои друзья засадили без проблем. Так, что тут у нас? Пары очень много весит, мы их не будем брать. Что у нас по весу-то, кстати? Ну, веса еще хватает, хватает, но я думаю...
Ну, блин, нет смысла брать топор весом 12, стоимостью 13. Ну, скажите, это ж не рентабельно. Чё таскать тяжесть по дешевке, я не понял. Это ж отстой. А это что, череп утконоса, например, нет? Так, нам надо прямо. Тогда пошли вниз сходим. Сохранялочка. Есть кто-то? Да нет, вряд ли. Уже прибежали. Что это было? Злокрыс что-то тут валяется. Может, это злокрыса? А, скелет. Костная мука, золото. Кстати, почему тут золото? Разве не септимы раньше были? Или я что-то путаю? И септимы это из другой игры. Так, новичок, надеюсь, я открою. О, ну слава богу, даже дергаться не пришлось. Золото, что-то там сыромятные наручи или что-то такая хрень. Так, окей, друзья, хорошо. Хорошо, денег у нас уже прилично, по-моему. Давай, войдем наверх. Я чувствую легкую усталость. Вот это, мягко говоря, непредвиденное обстоятельство. Вообще никак я этого не предвидел. Так. Грибов очень много, интересно, для чего они. Ну, в смысле, ингредиент, понятно. Чё он повышает? Съедим и будем светиться в темноте? Или чё? Странно, почему этот не берется? Ну, а нет, берется. И этот брался только что же. Я видел чё-то, господи. Ну, ну вот же. О, ну. Опа. Нет, я дотошный хрен. Я все возьму. Отлично, все. Все. Так. Идем дальше, друзья. Пока темно. Как-то пустовато, если честно. Так, вижу какую-то тень. Так. Так, у нас волчок ушел уже, да? Меня заметили? Как ты меня мог заметить, а? Заметил он меня, блин. Вот и конец! Вот это да. Ну давай, падай уже, а. Пойдешь, нет. Крепкий, сука. Фига ему Фендал вломил. Нифига ты ему вломил, чувак. Так, ладно. Окей. Пам-пам-парарам-пам-парарам. Так. Ученик. Господи, новичок, ученик, ученик уже все. А где? Господи. Да мать твою, еще отмычки так быстро ломаются. Палачи не так, нам хоть возможность дают. Так, нет, мола 2-4, зелье колдуна. Ладно, хоть одну отмычку от этого ли. Ветренный пик святилища. Так, ну, друзья, наверное, здесь мы с вами остановимся тогда, если там дальше какой-то переход, как я понимаю. Так что вот такие пока дела. Вторая серия, или какая, третья уже, да? Третья серия пока вот так у нас состоялась. Ну а вам всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и до скорых встреч.